вяз обыкновенный вырастает до 25 метров в высоту. Его эллиптическая крона отлично переносит формирующую стрижку. Длительность жизни растения составляет 2-3 столетия. Для посадки подходит свежая почва любого типа, без излишнего содержания соли. Место размещения должно быть на солнечном участке или в легкой полутени. Вяз обыкновенный, который также называют гладким, используется при оформлении парков, аллей, скверов. Однако не стоит использовать его для украшения городских дворов. Загазованность воздуха и тень от домов не позволят растению выжить. Вяз – отличный вариант для украшения загородного участка, сада и придомовой территории на даче. Вяз обыкновенный – это многолетнее растение высотой 4500 см. Дерево лучше всего подходит для одиноких посадок. Вяз прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. В качестве места выращивания вяза прекрасно устроит открытый грунт. Цветок окрашен в розовый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.